Great. Thank you very much, Dr. Peterson, for joining us today. And thank you, Moscow 1540, for joining. How are you guys? Nice to see you. Okay. So I'll stop speaking in English soon. This first half an hour, Dr. Peterson will answer the questions submitted in advance in Russian. And then at 12:30, we will cut and we're going to switch to English. And we have some English speaking students who are going to join us then. So Shoshana is going to be the host for the first half an hour. Thank you very much. Добрый день всем. Мы хотим в первую очередь поблагодарить Елену Питерсон, что она сегодня с нами, ответит на ваши вопросы. Конференция будет проходить в таком... ответы, вопрос-ответ будет по-русски, а в следующие полчаса к нам присоединятся студенты из других школ, не русскоговорящих, со своими вопросами, на которые Елена также предоставит ответы. Поэтому... ребята, мы видим вашу школу 15:40. Спасибо, что вы с нами. Эта вся конференция записывается, поэтому ученики, которые не смогли присоединиться к нам в реальном времени, смогут посмотреть это все в то время, когда им будет удобно. Я думаю, что давайте приступим. Елена, если можно, то вы будете, наверное, зачитывать вопросы и предоставлять свои ответы. Да? Спасибо. Да, спасибо большое. Я тоже всех вас приветствую. И давайте начнем. Первый вопрос связан с... Вот следующий. Можно ли проводить исследования на людях при их согласии? Ответом на этот вопрос будет, конечно, однозначный нет. Потому что у нас существуют этические комитеты, законы об этике, которые запрещают проводить эксперименты на людях. Но сам контекст вопроса, он предполагает именно без проверки предшествующих каких-то, которые регламентируют, да, любые испытания, которые сначала проводятся инвитро, потом на животных, и после этого только приходят к клиническим стадиям на людях. Вот, то есть тестирование на людях возможно, если это только та стадия, которая как бы следует за предварительными исследованиями на животных и инвитро, подтверждающих безопасность для человека данного метода. Ага. Следующий вопрос. Могут ли ваши методики помочь при лечении катаракты? То есть не замену хрусталика на искусственный, а вырастить новую прозрачную ткань в самом глазу. Значит, в настоящий момент работы в этом направлении ведутся лабораториями, которые занимаются регенеративными технологиями, то есть созданием новых тканей и органов. Но очень тяжело воссоздать прозрачные среды, роговицы, хрусталик и так далее, потому что они создаются очень-очень специальными структурными наслоениями коллагеновых волокон, которые при определенной структуре и определенные коллагеновые волокна создают именно ту оптическую прозрачную среду, которая нам позволяет использовать хрусталик по своему назначению. И есть технологии, которые, с одной стороны, могут быть решены с точки зрения каких-то биотехнологий, медицинских, регенеративных технологий, но они достаточно успешно решены какими-то другими технологиями. То есть создание искусственного хрусталика гораздо проще, дешевле и позволяет не снижать качество жизни пациентов после проведения операции по его замене на искусственный. Поэтому вряд ли эта методика будет именно получение биологического хрусталика иметь большое распространение. То есть мы не всегда биологически, создавая что-то идентичное, получаем преимущество для пациента. Поэтому эти технологии в таких случаях начинают развиваться параллельными путями. Например, разные микроэлектронные компоненты, они вживляемые, сейчас имеют преимущество перед выращиванием периферических нервных волокон. И с успехом уже используются, и это тоже один из случаев, когда искусственное
ну, на данный момент, на уровне наших технических возможностей сейчас, лучше, чем то, что мы можем сделать биологически. Угу. Следующий вопрос. Как долго еще ждать момента, когда будут выращивать для любого человека поврежденные органы? Ну, здесь вопрос, он философский, потому что разные органы требуют совершенно разного труда и разной вовлеченности. То есть самые простые вещи мы делаем уже сейчас. То есть мы меняем клапаны сердца, и для этого не так много нужно. То есть как клапаны животных, так и искусственные клапаны уже созданы, они с успехом применяются. То есть в каком-то смысле мы это уже делаем. Все зависит от того, какую мы ставим для себя планку, какой уровень того, чего мы хотим добиться. То есть пересадки существуют уже сейчас, но их длительность без побочных эффектов трансплантированных органов каких-либо, она не всегда такая большая, как мы хотели бы. То есть трансплантированные органы не всегда могут находиться в организме столько, сколько мы хотели бы. Да? И поэтому регенеративные технологии, они в первую очередь будут идти в сторону соединения с технологиями трансплантации, потому что это более простой, более работающий вариант. Полностью восстановленные целые органы – это отдаленные перспективы, потому что там существует много технологических барьеров, которые до сих пор не являются преодоленными на 100%. Так, где нужно учиться, чтобы потом работать в вашей лаборатории? Как можно устроиться на работу к вам в лаборатории? Ну, где учиться? Я сама закончила медицинский университет, и по образованию я врач. Значит, вот Катерина, моя коллега, она закончила МГУ биологический факультет. Мы работаем в МФТИ, который тоже имеет биологические подразделения, занимается наукой о живых системах, то есть любые направления, которые как-то могут быть соотнесены с биологией и медициной. То есть все институты, имеющие биологическое и медицинское направление, подходят для того, чтобы потом работать в клеточных лабораториях. Как можно устроиться к нам на работу? Можно прийти к нам на практику, можно прийти на программу дополнительного образования, которая у нас существует от лаборатории. Можно пойти учиться в какой-то из вузов и выбрать, например, нашу лабораторию в качестве базы для проведения своей дипломной или курсовой работы. И, соответственно, все эти варианты, они могут быть входной точкой для того, чтобы прийти в лабораторию, которая занимается какими-то биотехнологиями, и если показать свою вовлеченность, то никто не откажется от там, хорошего молодого специалиста, скажем так. Вот. Это, мне кажется, несложно. Елена, я вас прерву на минутку. Ребята из школы 1540, если у вас по ходу дела возникают еще вопросы, которые вы бы хотели задать, пожалуйста, задайте, пока у вас есть такая возможность. Вы должны просто тогда будете себя поставить на unmute или как-то нам сигнализировать, что вы хотите задать вопрос. И я думаю, что Елена ответит на ваш. Конечно. Угу. Да, хорошо, кивните, что вы поняли. Или... Хорошо, спасибо. Угу. Продолжаем, да? Да, спасибо. Ага, хорошо. Можно ли с помощью разработанных у вас методик победить рак? Как мы все знаем, рак – это не одно заболевание. Это совокупность различных патологических состояний, имеющих определенные признаки, да, связанных с нарушением функции и структуры ткани, которые в конечном счете приводят к нарушению работы организма в целом и так далее. То есть я пытаюсь максимально широкое дать определение. То есть это очень большое количество различных патологий кроется под этим словом. Поэтому победить рак – это не одна задача, которая имеет одно решение. Но то, что мы делаем, мы работаем над созданием адекватной модели формирования того
органы или той ткани, где мы могли бы моделировать ситуацию без привлечения животных и человека. То есть мы хотим создать систему, где мы можем видеть, как действует наше лекарство, как меняются функции органа. То есть мы приближаем, да, возможность более глубокого изучения, создавая более сложные системы тестирования. То есть мы, конечно, часть большой цепи и экосистемы людей, которые занимаются борьбой с раком. И этим самым мы приближаем победу над ним. Вот так. Теперь следующий вопрос. Какие минусы испытаний лекарств на животных? Основной минус заключается в том, что животные не обладают всей совокупностью биохимических процессов, которые происходят у человека. То есть в зависимости от типа животных эти реакции сильно разнятся как в сторону различных метаболических путей, а они уже в свою очередь влекут за собой другие различные процессы. Вот. Структурно органы очень отличаются, их соотношение по отношению к телу отличается, соответственно, дозы, которые необходимо вводить в организм животных и в организм человека, они тоже отличаются, то есть их нельзя пересчитывать просто по массе, да, крысе ты дал одну дозу, а потом ты увеличил на масштаб тела человека и дал другую дозу, то есть так не работает абсолютно, вот, но поскольку мы имеем очень большой и длительный опыт испытаний проведений на животных, то мы научились пересчитывать эти дозировки, и это то приближение, на которое мы сознательно идем, потому что делать испытания на людях – это негуманно, да, это еще хуже, то есть из-за того, что мы где-то делаем допуски, а где-то мы уже знаем, как одно соотносится с другим, мы это делаем. Но в полном объеме животные модели не могут нам предсказать эффект на людях. То есть в основном животные модели нужны для того, чтобы мы видели генерализованные токсические иммунные реакции какие-то. То есть вся доклиника, она связана с отсечением острой токсической реакции или каких-то других повреждающих эффектов на организм человека, чтобы мы не навредили человеку. То есть основной принцип медицины – это не навреди. Поэтому эксперименты на животных, они в первую очередь должны решить вопрос с побочными нежелательными эффектами. Почему препараты продлевают жизнь? Это очень широкий вопрос, и, наверное, в контексте моей презентации на него можно ответить следующим образом, что если рассматривать организм человека не как что-то целое, что вот шло и было абсолютно единым, а потом человек там состарился и умер, да, а как сложный механизм с большим количеством шестеренок, которые должны хорошо работать, то если мы будем обеспечивать хорошую работу этих шестеренок в каждый момент времени, то вот сам процесс функциональной активности там, и длительности выживания в хорошем состоянии организма, он будет увеличен. Потому что сейчас мы понимаем, что возраст-зависимые заболевания, системные заболевания, которые у нас нарастают с возрастом, они в основном связаны с нарушением каких-то небольших участков этой сложной цепи. Если их контролировать и как-то на них влиять, то мы в значительной степени можем подвинуть ту границу нашего эффективного времени жизни, которая у нас есть. Вот. Соответственно, почему не используются клетки человека? Они используются, то есть здесь, наверное, либо какой-то был другой смысл в вопросе. Мы, конечно, работаем на клеточных моделях, и это линейные клетки, которые хорошо описаны и банкируются.
это клетки, полученные в результате каких-то биопсий и вот не прошедшие большой путь сертификации, заготовки и перевода в линию, такую унифицированную группу клеток. Это могут быть там различные источники как животного происхождения, так и человеческого. То есть все эти клетки можно использовать для тестирования, и это в настоящий момент делается. Просто мы говорим о том, что эти клетки могут быть в разных состояниях. Они могут быть в виде плоских конструкций, самых простых, да, когда клетки сидят в одном слое, либо мы из них что-то делаем сложное, и чем мы больше усложняем нашу модель, тем больше она начинает включать те факторы, которые влияют на нас в организме при тестировании каких-либо препаратов или проверке действия. Какие приборы используются для исследования клеток? Есть стандартный набор, который необходим для просто работы с клетками. То есть это инкубатор, определенный такой шкаф, в котором поддерживается постоянная температура, влажность и газовый состав, потому что клетки имеют немножко другой уровень потребления по газам, не то, как мы дышим атмосферным воздухом. Нам необходим ламинар, это стол с защитой со всех сторон, который продувается через фильтры, и в этой камере этого стола мы проводим работу в стерильных условиях, то есть это условия более стерильные, чем в операционной, потому что отдельные клетки не имеют иммунитета, и они не могут бороться ни с вирусами, ни с бактериями, и мы должны защитить их от этого. И также есть микроскопы, чтобы мы видели эти клетки, центрифуги, чтобы мы их откручивали, потому что мы их не видим, но мы их можем осадить таким образом, сменить среду, там, старую на новую и так далее. Вот это самый стандартный набор. Дальше уже идут приборы специфического назначения, что мы хотим сделать, различные сортеры, там, секвенаторы и так далее, и так далее. Вот. То есть мы, собственно, с вами достаточно быстро смогли пройти ту часть, которая у нас идет на русском языке. То есть если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы их можете сейчас задать, и мы более подробно остановимся на тех. Да, я вижу, что достаточно много людей подключилось по ходу дела. Так что, если вы хотите задать свой вопрос, пожалуйста, тогда поставьте свой микрофон на режим, чтобы мы вас слышали, или можете написать свой вопрос в чат, и мы его увидим. Как вы, вот пока никто не задает вопрос, я задам вопрос. Как вы думаете, технология и, то есть, ну вот робототехника и то, что сейчас разрабатывается, как вы думаете, какие следующие шаги в медицине могут существовать, ну вот в новых реалиях, когда технология так входит в нашу жизнь? И ну, в вашей сфере работы уже вы видите какие-то результаты или вы видите эти процессы? Можете немножко про это рассказать? Да, конечно. Но, на мой взгляд, у нас сейчас есть большой очень рывок в плане объединения технологий автоматизации, как и в плане наблюдения за тем, что мы выращиваем, потому что ну, очень долгое время, там более 30 лет, работа с клетками, это была достаточно простая работы с тем набором, который я перечислила, и к ним относились очень утилитарно, то есть это были некие клетки, которые как-то там выживали, их как заплатку, это даже называлось заплатка, переносили на там, рану какую-то, там, восстанавливая ожоги, какие-то язвы и так далее, и так далее, то есть очень долго клеточные технологии, если мы берем какие-то биомедицинские направления, развивались вот в эту сторону, и это достаточно было, ну, как бы один путь, да. Другой путь параллельно, это была разработка различных биотехнологий в плане создания вакцин, наработки каких-то штаммов, которые производят правильные антитела и так далее, но это уже такая фармакологические биотехнологии были, и они были практически не
не соприкасались друг с другом. Сейчас мы пришли к тому, что эти технологии практически, ну, переходят в определенных местах, в каких-то направлениях, потому что для того, чтобы выращивать органы и какие-то большие объемы клеток, мы вынуждены прибегать к биореакторам, да, и наращивать большое количество клеток. Для того, чтобы наращивать большое количество, мы должны решать те же самые вопросы, которые решали люди, когда создавали свои клеточные вакцины. То есть надо клетки обеспечить правильным количеством питательных веществ, газов и убрать то, что они производят, да, чтобы у них был обмен питательных веществ и метаболитов. И ровно эти же задачи решают сейчас люди, кто занимается регенеративными технологиями. То есть это вот такой момент, ну, как бы перехода из одной области технологии в другую, и он связан как раз с автоматизацией и с, с роботизированными технологиями, потому что сейчас появляются роботы практически на тех каких-то специализированных приборах, и мы двигаемся в сторону вот именно нашей лаборатории, потому что мы занимаемся в том числе и частично конструкторскими разработками потихонечку, там, где нужно не специализированными какими-то устройствами, но максимально универсально, например, да, каким-то роботом-манипулятором создать там что-то, что ты в обычных условиях делаешь своей рукой, да, но чтобы исключить работу оператора для каких-то рутинных вещей, мы могли бы подключить манипулятор, и он то же самое делал бы именно с помощью, ну, как бы вот этой технологии роботизированной. Вот. Также я думаю, что вот то, что я начала отвечать на вопрос про органы и хрусталик, там, где мы используем различные там, встраиваем микросхемы и улучшаем сенсорные возможности, там, улучшение слуха, улучшение передачи сигналов при спинальных каких-то травмах, когда спинной мозг поврежден. И эти технологии, они тоже будут очень сильно развиваться, и я думаю, что находить все больше и больше областей применения. То есть мы будем, ну, все больше и больше работать в сторону создания таких киборгов. Mm-hmm. Вот, потому что есть моменты, где это сейчас делать проще и быстрее именно при объединении этих технологий. Я думаю, что все этим будут удачно пользоваться и съемные роговицы какие-нибудь будут, там, дополненная реальность, не знаю. Ну, то есть вот в этом направлении, конечно, сейчас будет все очень прогрессивно как-то развиваться. Mm-hmm. Спасибо. Так, сейчас вопрос про вирус. Удастся ли остановить вирус? Сейчас все уже на карантине или готовятся? Мы все переболеем или через пару недель забудем это все? Ну, здесь... Да, Миш, привет. Здесь такой вопрос, конечно, мы сейчас как раз вот с Катей спорили, ну, даже не спорили, а у нас поделились, кто оптимист, кто пессимист. То есть мне кажется, что, ну, по той динамике, которую я вижу, мы, конечно, ну, эпидемию на территории России не допустим. Вот, то есть у нас меры принимаются, они какие-то хаотичные, лихорадочные. Но я вижу, что это отслеживается. То есть у меня есть знакомые, которые пишут, как там рейсы останавливают, все эти сводки там с аэропортами связанные и так далее. Все это отслеживается. И, то есть включилась вот эта основная эпидемиологические протоколы, но исходя из того, как мы не готовы на уровне нас самих, то есть я помню те годы, когда я сама училась в школе, у нас там были всякие там безопасности, там были семьи, у кого дома лежали противогазы, да, у кого были пожарные, как их называют, ну, короче, эти, чтобы тушить пожары, как огнетушители, да, забыл слово. Вот, то есть вот этот уровень настороженности, в том числе и по эпид-ситуации, сейчас он такой, что мы вот очень быстро, это на уровне самих себя, очень, ну, тяжело сможем привести на тот уровень. То есть этот вирус, он, ну, как бы не очень вирулентный, то есть он как бы да, но не очень. Вот. И я думаю, что вот на стыке того, что вот мы сейчас уже спохватились и начали,
будет вспышка, но ее удастся остановить. То есть вот мой прогноз такой, то есть не будет как бы глобального такого какого-то ужаса. То есть я думаю, что мы справимся. Вот. Но история про индивидуальную защиту, она для меня такая, то есть я задумалась. То есть, ну, вот маски – это очень неэффективно. И я как человек, который работает в клеточной лаборатории, могу сказать, как мы должны по протоколу переодеваться для того, чтобы стерильно выходить работать с клетками. То есть это необходимо два раза сменить одежду. То есть ты должен снять уличную одежду, потом ты должен пройти куда-то еще, да, переобуться. Ты должен потом снять ту одежду, в которой ты пришел из дома, и надеть специальный хирургический костюм, вот, сменить халат, когда ты заходишь работать с культурами, тебе должны закрыты быть, что маска должна быть, да, на лице, чтобы мы никуда не чихнули. То есть здесь, ну, как бы мы не хотим заразить культуру. Там шапочка, перчатки, то есть вот эти все вещи, они пошагово должны тебя освобождать от тех микробных агентов, которые на тебе есть на одежде. Мы в домашних условиях практически никогда не можем это полностью воспроизвести, только если вы не такой гик, у которого прям есть цель, он себе повесит занавеску, сделает имитацию такого бокса, где будут воздушные потоки не пересекаться. То есть здесь вот просто нам везет, что мы можем как бы, ну, просто мыть руки, и тяжелые частицы, которые оседают на поверхностях, мы их можем как-то протирать. Ну и вот где-то вот в этом коридоре там наших возможностей и того, что мы можем сделать, мы можем, ну, проскочить, наверное. Вот. То есть я думаю, что хорошо, наверное, иметь какой-то у себя дома набор на тот случай, если вдруг, ну, что-то другое к нам прилетит, и чтобы ты, ну, хотя бы один раз мог выйти на улицу и не переживать за себя, да, чтобы это был, ну, какой-то костюм. Ну, вот. Но вот опять же Катя говорит, что заберут в милицию, если так начать выходить всем людям, кому не поручили это делать по работе. Вот, но, ну, мне кажется, что такой сценарий, он возможен в будущем, поэтому, конечно, здесь надо вот, ну, все продумать, как я готов буду с чем-то бороться, что будет очень там летучее, да, потому что мы, ну, настолько расслабленное поколение, что у нас ничего для этого нет. Спасибо. Наташа, do we still have time or are we switching to English? Mm-hmm. You're muted. Sorry, we have 1 minute left if there's one last question, but I can see that some of our English-speaking participants are waiting. Okay. У нас есть минутка на последний вопрос. Здесь был вопрос интересный от Даниэля, коллеги из Лондона. Он спрашивает про именно вот вы, женщины, работаете в такой сфере, которая, ну, как бы считается довольно мужской. Mm-hmm. Ну, вообще, наука и сайенс. Каково вам было, или испытывали ли вы какие-то трудности пробиться или вот занять эту позицию именно с точки зрения, ну, что вы женщины? Ну, я думаю, что да, конечно, потому что, ну, мне пришлось поменять несколько лабораторий, пока, ну, то есть, понятно, определенные карьерные потолки, да, когда если лаборатория, в которой ты работаешь, она классического уклада, и там есть возрастная дискриминация, то есть ты можешь подняться по карьере, только если твой вышестоящий сотрудник как бы по ней поднимается, то есть вы поднимаетесь вот только вот таким образом, никак по-другому, но даже если ты ну, делаешь какие-то уникальные вещи именно для этой лаборатории, с очень большой вероятностью все равно будут повышать мужчину, если вы в равных условиях, или предлагать какие-то там новые лаборатории именно мужчине. То есть я думаю, что это, конечно, есть. Mm-hmm. Сейчас в меньшей степени, но там 20 лет назад, когда я начинала, это очень было заметно. То есть ты мог быть только ну, техническим, как сказать, техническим помощником, да, и техническим руководителем, если у тебя есть какой-то большой академик
шеф, который тебе просто дает задание, и ты являешься его... Ну, то есть ты не можешь быть самостоятельной единицей, то есть это очень сложная история была. Сейчас это полегче.